А я представляю вам нашего очередного гостя, который приехал к нам из Брянска. Про таких, как он, девушки говорят: высок, красив и строен, и инструмент всегда настроен. Заходите, пожалуйста, Дмитрий Казаренко. Привет, привет, Дима, привет. Сильные руки какие, ну, в общем, на балалайке играть непросто. Дим, как давно ты играешь на этом трехструнном инструменте? С 8 лет. Вот такой вот короткий вопрос, короткий ответ. Скажи, пожалуйста, это единственный музыкальный инструмент, которым ты владеешь? Нет, еще играю на гитаре, фортепиано. Поешь? Нет. Не поешь. Зря, кстати, потому что внешность, мне кажется, такая у тебя прям артистическая. Ну, костюм уж точно. Посмотрите, какие сапоги, а? Покажите, пожалуйста, а? Какие сапоги дашь мне потом погонять на следующую программу, хорошо? Так, что хотел спросить. Правда ли говорят, что балалаечники очень быстро натирают картошку на дранике? 100%. Что мы сегодня услышим? Мы сегодня услышим кавер на песню The Final Countdown группы Европа в таком рабочем названии «Я вашу Европу» на балалайке играл. Ага, неплохое название. Чувствую, с юмором у тебя тоже все хорошо, как и с музыкой. Ну что, тогда я желаю тебе удачи. Я желаю тебе, чтобы все струны не подвели, не порвалась ни одна, ну и пальцы, соответственно, не дрогнули. Вперед на сцену. Мы ждем, мы голосуем, мы любим. Кого любим? Ну, неважно, мы всех любим. Countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.